просто видеосъемка идет, да? Да. Иду перед вами. Человеку нарисовать хорошую антуражную задачу, пусть он снимет видео. Да ладно, ну, не надо. Не надо? Самое антуражное — это штаб отдать. Ну, здесь, да. Ну, прибегает мертвый. Ну, да, ну, я говорю, только начало. Вы что думаете, у вас 12-15 должны начать морщить в штабе? Это уже как слив игры. Чё это? Оккупаты. Можно? По правилам стрельбовых можно? Нет. По правилам стрельбовых нельзя. Правила стрельбова. Может, лучше организатор? Незнакомцы. Бубен? Может быть. Установлен должен быть. Очень долго, блин. Тут у них снайпера были. Не ждал больше камеры и стрельбовых. Миш, давай послушаем организатор. Подожди, это правило... Если ты сейчас скажешь, что мы поставим бубен. Мы за зданием закрепились вот здесь. Вот здесь здание с вышкой. Разрешай. Правила стрейкбола, которые на СК висят, там про бубный механизм магазина вообще ничего не написано. Это правила больших игр, которые дальше устанавливаются. В общем, когда? Изя. У нас на данной игре есть это ограничение. Мы все-таки, не забывай, моделирующая команда. Несмотря на твой берег. Миш, поищи. Все, понятно, ладно. Так, я понял. Кто еще там? Сколько у вас человек? Рядом со мной находится Грюк. Он находится рядом со мной и Валя. А вы где находитесь? Вербеду, доложи. Мы находимся впереди первого БТР в Орлове. А, 20 метров от, значит, здания, да, где стоит БТР. Справа от вас все. Вперед, ну, послушай. Все, вижу. Это кто тоже? Чемодан поставь. Это, да? Возможно, около штаба 101-х морщат. Как принял? Потому что 101-х очень сильно морщили. Подожди, здание вылезти из этой машины. Все готово. В канале. Я понял, подожди, мы командуем. Еще, значит, противник справа на углу. С Кубакова да? Расстрелять можно? Ну. Вот, короче, его надо будет подавить. Нет. Первый идущий, внимательно подали. Я тебе говорю, дай ему угол здания, переодитесь, давай. Миша, тебе надо было так? Макс, дави угол здания, ёпта! Не так. Макс, как принял? Сзади правый, сзади левый. Блядь, я тебе сказал, дави угол здания, ёпта! Уже не залетает туда. Планируется какое-то наступление, причем на их пяти сейчас, каждая это наша группа из пяти человек. Фаеры нам раздали? Нет.
Время уже 15 минут пора. ВПП. Если есть возможность потянись к начальному месту. Значит, по радиотелефону сейчас будет атака у вас. Мы находимся за группой. Люди еще нужны. Значит, противник накапливается за какой-то группой. Вопрос. Мефа? Мефа, да. Да. Группа Мефа, 4 человека. Ну, куда нам выдвигаться? Мефа. На 13 объект. Сейчас там будет атака, вы как раз будете вовремя. Так, выходить как лучше? Так, значит, смотри, ну вот так вот, я думаю. Да, там где-то еще редкий, по-моему. То есть уходим по метров 100-200 вглубь. Да. Чуть-чуть в лес, проходим, туда. Задача потом очень шустро собраться, потому что они уже там собираются. Хорошо, ну передай тогда. Мне куда вот? Сейчас. У остановка не издание. С востока подаем. Повторить будем с востока. 101 тебе передал, да? Нет, я не вообще вынесу 101. 101 их вынесу, все. Я отправлюсь вот сюда. Ну, здание вы заняли? А я не знаю, может, одно или что одно. Вот здесь. Возле остановки. Да. 101 прием, 101 прием. То есть подстанцию мы можем удерживать? Да, куда? Все, она не работает. А мы ее потеряли или она просто не работает? Нет, она просто... Сценарий электроподстанция прекратила работу. Она больше не нужна. Оттягивает свои силы. А ты, конечно, не умирал. Ну ты походил на пляж? Увольнительно ходил. Ну, вот. А без разницы. Вон, видишь, народ возвращается. Давай, двигай туда. Там увидишь синий флаг. Ели, не ели, не надо убить. Миш, я так понимаю, это ударная группа в канале. Да. Вопрос расскажи. Ну что, как ты там? Как дома? Дом прекрасный. Все хорошо. Электроподстанции мы удерживали так плотно, что мы выбили штаб. Мы сняли Бора и... Миш, контакт. Миш, контакт. Контакт у Джона. Оккупант возвращается. Оккупант нет. Оккупант возвращается наш. Где флажок? Все, давай быстрее, вот там это, перезаряжайся. Прямо. Сейчас не будет по нам. Сейчас проходим так вдоль Бикерки. Тут с большого круга не успеем. Вот КПП. Здесь рядом. Но. Здесь ветра нет. Хорошо. Слышь, Миш, большая группа движется. Противник. Отслеживают, возвращаются наши сейчас отовсюду сюда. Сейчас. Мы не воевали, мы сидели. Джон, будь внимателен, отовсюду возвращаются наши. Не покоцай наши. Нули. Что у вас по гранатам? Так и получается. У нас запас как выяснили? Нет, все, Миш, все гранаты розданы. Короче, за папу лежать. Сейчас собираем толпу. Ведмед приносит фаер. В связи с ним, гни его, скажи, что он сделал шустро. Ведмед, ответь стампу. Ведмед приносит фаер. И всей толпой задача занять где-то походный пол, зажечь фаер, принять генерала, притащить сюда. Ну, как мне силы не проводят.
То есть, знаешь, Латоша с дроном там уже контролирует отказ за противника, да, и плюс всех, кто из метров пробегает. То есть силы будут достаточно. Просто мы там ничего не захватываем, мы только должны удержать полосу. Удержать полосу, принять генерала, генерала доставить сюда. То, что там возле полосы расположен ЗКП, который подразумевалось физпушам. В смысле, ЗКП какой-то здесь? Штаб противника? Рядом. Нет, рядом, но где флаг? Ой, где нужно будет... Вот его перевернуть, это значит, да, что удерживаете полосу. И держать. Подожди, так, это лучше... Еще раз доклад, скажу. Ветряки уже побывали, Акелла. Бор, ну, половина штаба, да, электростанцию нашу так и не взяли, принято решение организаторами, то есть, видимо, вспомнить миротворцы. Прикроить. Да, приняли решение, что электростанция больше не работает, и по Иране будет сажать самолет, и сейчас будет поедет на взлетку вышибать их оттуда. Это последний отклад. У кого что? Короче, у меня, я Все, по Иране здесь. Отлично, да. Рядом со взлеткой. Там вышка и сзади. Ведмед, да? Ответь штампу. По последним данным было бы порядка 60 противников. Нет, уже нет, наших убили. Да. Там остались только пара снайперов наших, Сухан, почти. Да, 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 все правильно. Хорошо, тут работает. Сейчас пошли, тут работает. Ну, все, замечательно. Все. Дербаньте сразу. Так, давай старший куда добраться туда. Ну что? Ведмед, занимайте сразу позицию внутри. Ведмед. Ведмед. Сразу позицию внутри занимайте. В канале. Ребят, посмотрите. Миш, принято. Удав. Стоп. Ты не знаешь, что ли? Короче, там на вышке у них вражеский наблюдатель, они будут сеть все наши телодвижения. Учитывайте это. Сейчас кто-то забирает. Стреляет там что-то. Инструкции там даны. Миш, 6-7 бойцов противника держат ВПП за дорогой, за бугром. Прекрасно. Лев, 7-й. Там где-то наш около аэродрома полный. Да, в канале.